мы возвращаемся, мы ввели пароль, все удачно, все хорошо. У нас все сохраненные зорды. Даже, ну, все сохранено, кроме шестого рейнджера. И я забыл то, что я отключил звук, блин, когда были титры. Ай, господи. Ничто не бывает хорошо. Бензопила. Орк занимается уничтожением зданий города. Гражданские страдают. Остановите бензопилу. Орк! Боже, как я мог, блин, пропустить? Я понял, во всем виноват мой кот. Эй. Боже, бить по лицу. Ну давай. Мяу. Больно в ноге. Ну давай, не поднимай, блин, руки просто так. Кстати, хочу подметить, ну, мне так кажется, или это зон, этот уровень чутка больше, чем ему, для него альтернативный парк. Боже, у меня кот упал. У меня трагедия, кот упал. Пытался развернуться, он упал. Ну все, он ушел. Еее, теперь я точно не отключу звук. Мне никто мешать не будет. Ну, энергию возьми. Дай. Да хорош, хорош уходить, иногда бесит это. Да, я понял, я тебя отлично понял. Хотя, по сути, вот у черного есть оружие в виде топора. Так почему он, блин, швыряет? Ой-ой-ой, не надо. Все, теперь надо. Слоник. Не зеленый, а голубенький. И у нас дикий кулачник, кулачный кингозор, да. Новый меч и щит. Поехали. Ай. Да блин. Вот они атакуют с расстояния, они могут, блин, это, сделать рывок и поехать на меня. А у меня такое недоступно. Нечестно. Ха!
зная то, что в какой-то момент можно сделать так, чтобы он это сделал свой рывок и это так три раза подряд мог ударить. Во всяком случае, у меня такое бывало. Я даже не слежу, он заполняет шкалу или нет. Завод. О, пойдем работать. Джиндерс уничтожает завод. Боже мой, как же школьники как же блогеры справятся, ведь... Так, и надо... Фильтр базар на ноль. Происходит утечка химикатов, и люди страдают от загрязнения. Остановите Джиндеркса. Все, в этот раз желтый. Ау. Да, тут тоже две пути, ну, куда пойти. Но с другой стороны, завод однозначно меньше лаборатории. Знаете, такое ощущение, то, что чтобы видео не страдало. Ну, не знаю, можно назвать то, что это плохо или нет. Но чтобы мне есть было о чем поговорить, чтобы чем-то забить. Пока можно глядеть на вот весь процесс, наблюдаемый здесь. Надо заранее делать список тем, которые надо обсуждать. А то беру фактически с головы, что придет на ум. Не, ну можем поговорить, там, я не знаю, про дефекацию там. Это жизненная необходимость или приятная возможность? Сам процесс. Да, надо отныне теперь только такие темы обсуждать. Да, кстати, он даже предлагает мне пойти обратно по другому пути. Ну, обратно. Странно, что он мне путь не заблокировал. О, тут можно это передвигаться. Ну ладно, поехали. Побежали. Боже, как я обожаю, как они бегают. Да! Ну давай, кто тут сильнее? Ты там мастер клинка? Я тебе смотрю, как урыл, блин. На, блин. На. Ах ты ж, пару. Вот и все. Вот и все. Я доказал своему заклятому противнику то, что я сильнее, я тут босс. И я получил жирафик в подарок. Так, копье. Очень любопытно, но я всегда считал, что так их так эти виды зордов, ну, мегазордов и называют. Копье, меч и щит. Да блин! Да! Все испортил! Вот жалко, нельзя бросаться копьем, это ж копье, блин. Оно там, блин, на привязи.
на шее жиров. Вот опять как гопник сел, показывает мне факт. А стреляет якобы ракеты. Хотя это копье, блин! Но оно же по-другому было в сериале. Так, ладно, теперь мы снова сейчас вернемся уже на другом уровне. Ну все, последний уровень, давайте завершать. Таксика уничтожает в джунглях флору и фауну. Вау. Остановите токсику. Мистер Снэйр! Давайте не будем мелочиться. Сразу вызвал тяжелую артиллерию. Итак, мы перенеслись в Discovery Planet, National Geographic. Сейчас мы видим, как некоторые существа бегают как... Блин, я не придумал. Я хотел как-то пошутить, типа, это. Вот мы сейчас в джунглях же, значит, там Discovery там включить там по телеку. Вот, короче. Спародировать, типа. А сейчас мы наблюдаем за животным. Мы пытаемся найти самую отбитую самку в этих регионах. Как видите, ее стадо сходит с ума. Или что-то в этом духе. Кстати, по поводу тяжелой артиллерии, я не думаю, что я нормальных рейнджеров взял. Ау. Так, давайте вернемся назад. Вот вам казалось такое... Вот я думаю, что вот здешняя река, это река из Санкт-Петербурга. Ну, во всяком случае, я верю, то, что это из Питера. Я знаю, что это за город, я там был. Так кажется как-то романтично вот взять, прыгнуть с моста прямо в Гудзон, там, в реку. А ты такой разбегаешься и... И ты не можешь... А, вот, с моста. Нет, нельзя. Нельзя. Мне интересно, от чего зависит цвета пеших орков? Типа, ну да, на определенных уровнях определенный цвет, но почему? Они просто каждый... Что зеленый, что голубой, что... цвета говна, или скорее меди. Они просто на один удар сильнее, и все. Разнообразие. Вот звезда, бонус неуязвимости. Там 5 цветов рейнджера. Но при этом нету лунного. Вот так вот, дискриминация. Дискриминация за цифру 6. Ну давай, 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 мяу. Однажды я уже с тобой сравнялся, не ссы. Ну вот опять сбежал. Причем она, походу, сейчас ее это прогнал, и она еще потом после проехалась.
Куда телепортируешься? Иди сюда. Иди. Такое ощущение, что они вдруг ни с того ни с сего начали меня это... За мной наступать! Дай жизни схватить! Нифига! Что? Я так полетел! Я понимаю то, что он прицельно летит. О, олень. Олень, блин. Точно, олень. Я понимаю то, что он прицельно летит, но... Господи. И вот у нас открылся последний оставшийся мегазорд. Рогат. Правда, рогов у него нет. Нет, точно. Ну, вроде как бы есть, но они были до этого. Ладно. Не надо учить ученых. Блин, он атакует как-то странно. Будто грудью пытается. Не. О, получилось. Ай. Жестко. Да господи, иди нафиг. Да слышь, баба, иди готовься. На! Блин, на! Да! Хреново я сделал. Ну вот и все. Мы закончили. В принципе. Ну, как вы видите, пароля нет. И это странно, потому что было бы неплохо, если бы ты открыл абсолютно все, и ты уже мог бы без ограничений что-либо проходить. Но нет, это же сложно, это же не... Ну зачем? Ну кому это нужно? Ну все равно же игра закончена, ну и все. Плохо, очень плохо. Ладно. Так как все-таки игра закончена. Ну да, вот в этот раз вы теперь слушаете эпичную, трагическую, романтическую музыку спасения мира. Уф. Поэтому слушайте ее до конца, потому что, в принципе, мы уже закончили, поэтому... Вот. Ну а чё, с вами, как всегда... Блин, мне лень прощаться... Ой, лень здороваться так же, как и прощаться. Поэтому я просто оставляю с вами вот эту музыку до конца титров. А потом встретимся когда-нибудь. Всё. Всем удачи.